Видимое солнце. Вон туда, на ту сторону ляг, там не будет тебе солнце так светить. Солнышко припекло моего Вовчика. У нас тут утренняя суета, вот дети поели. У нас там вот, ну, у нас три раза ледяные полы там. Здесь они теплые. Мартуся, выходи оттуда. Это не наша комната, давай. Тут девочка, которая с нами живет, у нее вот такие всякие дотеры, классные масла. Короче, Марте понравилось с ними играть. Дорогущие игрушки, Матусь, я тебе скажу, давай лучше их уберем, они очень дорогие. Давай. Молодец. Где дети? Где они? Ага, вот они где. Всем привет! Второй день. Мы уже частично освоились, нашли, где можно погулять с детьми. Здесь очень здоровский парк. Правда, тут почему-то очень холодно, теневая сторона. И мне кажется, это самое холодное место в Красной Поляне. И покачает, и пожалеет. Ложись со мной, давай вместе покачаемся. Когда мы возвращались домой, по дороге встретили Александру Рыбакову. Представьте, это, конечно, невероятное впечатление, когда ты долго-долго наблюдаешь за человеком, и тут неожиданно вот просто посредине улицы встречаешь. Я не могла поверить своим глазам. Нет, на самом деле я пошла в кафе, взяла себе теплую воду, а потом такая увидела тебя и прям со стаканчиком пошла. Что сюда перейти? Мы переехали, но и радость меня до сих пор переполняет. Такое везение, оно, конечно, не часто в жизни бывает. Для меня непривычно. Вот ты когда смотришь, смотришь на трассу, встречаешь людей, блин, здорово. Но оно меня не покидает, за что я благодарю Бога, Вселенную и людей, которые меня окружают. Мы с Александрой договорились встретиться, чтобы наши дети познакомились, поиграли. Здесь такой вкусный виноград, вот этот как кишмиш, у нас только зеленый. Он не сладкий не сильно, не кислый, да, Вов? Самый вкусный виноград. Дети с удовольствием едят. А мы тут поели овсянку с вот таким урбичем, кокос кешью здесь купили. И вот такой мед. Ну что ты ее вечно донимаешь, а? Что ты там нашла? Ты моя хорошая. Пупок, правильно. Бабуля в деле. Картошку с овощами готовит. Вечером меня ждал массаж и тейпирование. Это, конечно, впервые такой опыт я получаю в своей жизни. И было непросто, я вам скажу, пережить это. Я сравнила бы это с четвертыми родами, потому что местами было, ну, прям, ну, больновато. Приходилось терпеть прям. Но это стоило того. Все во благо. Все ради здоровья. Диастаз небольшой. То есть мышцы живота под выключены. Из-за этого животик чуть-чуть выпирает. То есть это не переедание, это не что-то связанное со вздутием, это конкретно ослабленные мышцы живота, и они выходят, ну, и живот из-за этого расслабляется, внутренние органы давят и чуть-чуть выходят вперед. Стопы. Здесь все более-менее хорошо. Вечером у меня даже появилось время, чтобы помонтировать. Отдельного стола нет, вот приходится стоя это делать. Кстати, мне даже очень понравилось. Я одновременно и делала, и зарядку для стоп. Это, кстати, часть моего домашнего задания, потому что они у меня зажаты, и пальцы вообще почти что не двигаются. Марта что-то придумала. Ты хочешь изолироваться? Где моя хозяйка? Закрывать. Угу. И что мы тут здесь делать будем, а? Вдвоем.
Малышка. Для Катьки. От кого? Бобы. А-а-а, молодец. Вов, Марта от тебя спряталась, найди. Так, тихо. Такая дверь интересная. Первый раз вижу, без откосов. Ага. Ищи. Знаю, где она. Где? Ага, нетушки. А где? Вот ищи. Здесь она может спрятаться? Не знаю. А, я знаю. Ай, сладкая девчонка. Обними. Малыши мои. И поцелуй. Ой. Ты лучше бы помогала мне порядок наводить. Да. А ты разбрасываешь. Тут с сушилки вещи вытащила, и они досыхают. Все равно вот резинка не просохла. Она взяла, все разбросала. Да. Это кто сделал? Я. И что, ты гордишься этим? Да. Зря, очень даже зря. Ко мне. Зачем? Бабуля наготовила картошечку. Сейчас будем нам-нам-нам. Кто будет? Алиса, выключи. Ой, хочется тишины уже. Еще Вовке вот так вот. Зеленушки. Нарезала. Вов, пошли за стол кушать. Вова, садись, пожалуйста. Почему она желтая? Такой цвет морковки, приправа такая. Вкусно. Я хочу, чтобы она была темная. Что-то у тебя на носике синие. Ты нос не ударял? Не может, и детей покажи, ничего. Вова! Матуся, больше не будешь Вову кусать? Обещаешь? Иди и скажи извини, Вова. Скажи, извини, Вова, я больше так не буду. Не пинай ее. Покажи, как укусила. Ну-ка. Ужас. Бедняга мой. Снимаю рум-тур для Клима. Вов, сделай потише, блин. Что за ерунда? Так, ну вот у нас тут одна комната, где бабуля спит. Здесь так уютненько, вот такая вот вешалка, шкафчики. Тут вот у нас такой коридор, мы вещи вешаем. Это я, мама сидит. В общем, очень уютненько, комфортно все здесь. Кухня-студия и три изолированные комнаты. Вот здесь мы спим. Здесь сохнут вещи, которые Марта разбросала. В общем, кайфово. Я уже даже здесь стоя смонтировала видео. Мне очень понравилось. Отличная идея, кстати. Сейчас покажу. Покажу. Вот у нас тут девочка ночует. Сюда не буду заходить. Она сейчас ушла. И это наш туалет, ванная. Машинка очень классная, с сушкой вместе. Прям один, два в одном. Вот. Ну, все. Что еще вам показать, не знаю. Ай, ты повторюшка, за Вовкой повторяет лапушка. Нет, зачем? Обними! Обними! Вов, поаккуратней. Все, скажите всем спокойной ночи. Спокойной ночи! Спокойной ночи!
Ой, молодец, укрывается она, лапушка, хозяюшка. Такая, все. Все, всем пока-пока. Пока-пока. Ты хороший мой. Что, что? А, ты сисю хочешь? Да. Что жарко, я сейчас окно вот так. Я твоя мама.